медицины для прохождения медицинского рассмотрения. Давайте пройдем процедуру. Если вы являетесь директором, у вас есть уста. Да, сперва вам надо как это стартрагер называется. Значит, если вам порядок проведения медицинского осмотра, сперва думаете аппарат. После этого, если случай того, что вы окажетесь в состоянии алкогольного опьянения, вы проходите процедуру медицинского осмотра в больнице. И это все? Да, пока выйдете, пожалуйста. И это все? Совершенно верно. Но для того, чтобы поехать с нами, вам надо сперва взглянуть в аппарат. Алкотест. Вот он, вот он. Пускай дадут мне. Пускай дадут мне алкотест. Обратите внимание, это алкотест от Гарри. Он пришел в детскую Гарричку. Совершенно верно. Он это новый мундштук. Вот, на камеру мы фиксируем, что он абсолютно новый. Подери, пожалуйста. Чтобы проходить данную процедуру, вам необходимо набрать в грудную клетку воздух, крутить губами мундштук и спокойно выдыхать. Не-не-не, не от себя, а вы неправильно дуете. Я вам объясняю еще хотите раз. Хотите его губами, понимаете? И дуйте в него, пока сотрудник не скажет, все, хватит. Вот мы запускаем аппарат. Набирайте в грудную клетку воздух. Обхватывайте мундштук и от себя, таким образом, путем выдыхания, значит, дуйте до характерного щелчка. Не-не-не. Надо тянуть. Дуйте в него. Вы неправильно проводите процедуру медицинского. Вы от себя дуете. Вам необходимо дуть от себя. То есть выдыхать воздух. Как вы шары надуваете? По принципу надувания шаров. Не-не-не, вы шары так не надуваете. Вы неправильно дуете. Обратите внимание. Все. Пожалуйста, нормально. Не-не-не, вы неправильно дуете. Я вам объясняю. Господин Арманджи. Опять неправильно. Все. Подождите секундочку, вас никто не отпускает. Вас же никто не отпускал. Вам говорят о проведении процедуры медицинского осмотра. Заглушите мотор. Да нет, никто вас не прессует. Вам предлагают пройти процедуру медицинского свидетельства. Вы ее неправильно проводите. Вы ее неправильно абсолютно проводите. Я вам объясняю уже четвертый раз. Что ее необходимо. Давайте, дуйте. Да нет, не от себя. Ну вы в себя дуете. Зачем вы в себя дуете? Да ничего. Я вам объясняю, господин Арманджи. Господин Арманджи, я вам еще раз объясняю. Не к себе. Дуть, просто дуть. Элементарная вещь. Не в себя. А вот себя. Вы неправильно делаете, вы игнорируете мои требования. Я вам объясняю, вы игнорируете, я еще раз повторяю. Я вас предупреждаю об уголовной ответственности. Значит, дуйте, пожалуйста, или дуйте нормально. То есть проходим процедуру медосвидетеля нормально, как мы вам объясняем. Или непосредственно будете выставлены. Вы просто игнорируете мои требования. Пожалуйста, я прошу вас. Не-не-не. Зачем вы так делаете? Я вам объясняю, что надо дуть в аппарат, а не из него. Сережа, Екели. Екели, да? Да, Екели. Да. Дуйте, пожалуйста, аппарат. Или дуйте, или нет. Господин Арманджи, я вам говорю, я даю вам последний раз. Я последний раз вам объясняю. Значит, чтобы пройти данную процедуру медицинского освидетельствования, господин Арманджи, слушайте меня, пожалуйста. Чтобы пройти процедуру медицинского свидетельства, вам надо просто всего-навсего дунуть. Вы в себя дуете. А вам надо дуть от себя. Вот понимаете? От себя. Вот по принципу выдыхания воздуха. Вот как вы выдыхаете воздух в аппарат. То есть вы повторно игнорируете. Нет, я ничего не делаю. Вы зафиксировали на камере? Есть. Вы отказываетесь от дути? Я ничего не знаю. Так возьмите дочь в эту сторону. Это называется уклонение от алкотеста. Вы уклоняетесь от алкотеста. Подесите.
сами тоже. Господин Армуз, ну что вы занимаетесь этим самым юнду? Не проводи за вам. Вот когда ты должен быть, я не хочу, не хочу. А сейчас как надо же делать, что вам говорят? Не сопротивляйтесь, не оказывайте сопротивление полиции. Мы сегодня на работе. Будьте любезны, пожалуйста. Я тоже. Все, сам. Вот мы разберемся. Пожалуйста, присядьте нормально. Да. Подавайте нам. Ну присядьте, машину, все. Лети меня, хорошо. Что как маленький, я не могу вам... Музей сказал, что... Мэр города и так поспать, как это... Присаживайтесь нормально в этом самом... Присядьте в машину. Присядьте, давайте присаживайтесь в машину. Нормально. Присаживайтесь в машину нормально, как люди. Не надо материться, не надо материться. Мы же тоже люди. Присаживайтесь нормально в машину. Учитывая, что я вчера сделал там пешеходный переход свободы, нормально, хорошо, менты, 12 ментов на мне наехали. Едет, идет туда. Можем предложить. А вот предложить, представляете, давай же, вот. Добрый день, дежурный столик в квартире. Он предлагает пройти биологическую экспертизу, вообще его проверить. Я еще и кала могу сдать. Это... Да, давайте зададим сразу. 12 ментов нет, нет, оставьте мне такое. Я могу сдать, никаких проблем, без ментов. Давайте пройдем и сдадим. 12 минут, учитывая, что я там вчера сделал дорожку по этому сам, менты напали сегодня все на меня. Я позвонил Сукадолу, я позвонил комиссару полиции. Эти, как бы они... Сдайте вашу мочу и кровь. Нет, не мою, а вашу. Вашу сдавайте. Мою не надо сдавать. Я не хочу сдавать. Нет никаких проблем, чтобы отключить. Вы готовы пройти процедуру с применением алкотестера? Господин Арманджи, я повторно вас спрашиваю. Скажите, пожалуйста, вы готовы пройти процедуру? С таким бездарным, который, как вы, никто не пройдет. То есть вы отказываетесь? Я не отказываюсь, но с бездарным никто не пройдет. Ну... Будьте любезны, пожалуйста. С таким вам бездарным не прохожу. Вам задали вопрос. Вы а готовы или нет? Пойдемте со мной, Георгий Георгиевич. С дежурным следователем. Меня зовут Светлана Александровна. Ну, пойдемте. Георгий Георгиевич, вы вообще отказываетесь выходить из машины? Да еще раз. Что я вчера сделал пешеходный переход. Вопрос. И полиция целенаправленно работает против примара. Мы завтра это все сделаем. Я вам сейчас задала другой вопрос. Вы вообще не хотите выходить из машины? Еще раз повторяю, что вчера я сделал пешеходный переход, чтобы люди нормально ходили. Полиция вместо того, чтобы помогать мне, наоборот, как бы... А при чем тут сейчас это? А при чем тут сейчас это? Пройдемте со мной. Вы, я, еще раз повторяю, что полиция... Медицинские работники будут... Наоборот, делать для того, чтобы все чтобы было против. Завтра я это покажу. Полиция идет против. А вы, если сели пьяным за рулем, как вы поступаете тогда? Вы пьяным за рулем? Никогда не был пьяным за рулем. Вы сейчас не буду, пьяный? Ни разу не был, не был пьяным, не буду вы пьяным. Вы сейчас сели пьяным Георгий за рулем. А то, что там меня объявляют полицейские, это их не... Георгий Георгиевич, за ваш отказ я сейчас все это оформлю на бумаге и возбудим идите, на вас уголовное дело. Отказывайте, идите, пишите нормально, хорошо. Пожалуйста. Идем. Пишите. Видите, как полицейский. Идемте, в приемный покой, идемте. Вы куда? Я отказываюсь идти. Вот, иди куда хочешь? Георгий. Ну ты у меня руки прямо. Оставь интера мне покой. Идемте в больницу. Идемте в больницу. Там медики. Я не понял, что сегодня. Менты меня бьют.
Вам задают вопрос, вы проходите процедуру медицинского следствия, проходите? Ответьте, пожалуйста. Тетя, да или нет? Вы пройдете медицинскую? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пуэн, все прошу. Георгий Ильич, ну это же глупо с вашей стороны. Ну уже как, мы вам объясняем, как есть. Но в конце концов, это уже, как говорится, пройдите протокол. За что? Да не за что. Ну просто пройдите. Я где сейчас? Мы убедились, что вы нормальный человек. Где? Что вы трезвый, вот что вы хороший. Где? Я сейчас без машины. Георгий Ильич, ну разве в этом проблема? Мы сейчас просим вас просто пройти тестирование. Где меня бьют? Георгий Георгиевич, вот сейчас мы все цивилизованные люди, мы находимся в больнице, даже не в полиции, раз, а в раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Пройдет или нет? Георгий Георгиевич, вы будете проходить? Нет, сегодня? Нет, вы слышали? Зачем? Еще раз говорите на камеру, да или нет? Нет, Погрыз, сука, ментов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вы работники полиции. Вы работники полиции. Пожалуйста, вы ведите себя корректно. На стену. Ребенок, коренство. Он мне ногу поломал. Это должен быть хирург. Давай, положи мне, у него болит нога. Смотрите, обратите внимание, как человек передвигается. У меня болит нога. Пожалуйста. Только что положил. Сядьте, пожалуйста. У меня нога болит, фото. Это положение, я ему нога. Вы проходите процедуру медосвязи? Хорошо, мы это зафиксируем, только писать. У меня болит нога, не трогай меня руками. Дальше анализы, не трогай меня руками. Я вас не трогаю. Присаживайтесь. Поставьте меня на стену. Георгий Георгиевич, присаживайтесь и сдайте анализы. Положи меня на стену, пожалуйста. Дай мне положение. Присаживайтесь, если у вас болит нога. У меня болит нога, говорю, что. Присядьте, чтобы она не болела. У меня болит нога, пожалуйста. У меня болит нога. Вы меня затолкали, у меня очень сильно болит нога. Я сегодня позвонил Калуну, сказал, что он полный негодяй. Вы готовы пройти процедуру медосвязи? Я готов, но дайте мне нога у меня быть. Дайте давайте пройдем. Может, это не я даю направление. И дает после этого, хирург, вы же знаете, вы же там доктор. Вызовите хирурга, пожалуйста. Ну, вызывайте хирурга. У меня болит нога. Сиша, только здоровый. Это мои коллеги. Я предлагаю вам пройти тестирование вчера. Георгиевич, я прошу вас пройти тестирование. Я тоже прошу, сделайте мне снимок, дорогие друзья. Иначе я на вас подам в суд.